Чуть больше 2 недель остается до начала учебного года. 1 сентября занятия начнутся не только в школах. Учреждения культуры тоже откроют свои двери для юных музыкантов, танцоров, художников и актеров. Состояние этих зданий перед началом учебного года проверил мэр Заречного Вячеслав Гладков. Он начал с детской школы искусств. Это учреждение практически готово к приему учащихся. Однако пока не решен вопрос с промерзающим в холодное время года большим балетным залом. Руководители образовательного учреждения обратились с просьбой заменить окон конструкции. По мнению руководства ДШИ, причина сквозняков и холода – щели в старых рамах. Ни свое здоровье вы не хотите беречь, ни здоровье своих детей. Почему? Ну, вот у вас дыры. Вот сюда у вас пролезть палец. 3 окна у вас разбитых. И вы ходите, разводите руками, говорите, нам нужно. Как показал осмотр, проблема не в самих рамах, а в плохо закрепленных и поврежденных в некоторых местах стеклах. Подобные вопросы, как правило, решаются силами самих учреждений. Речь идет о том, что практически остекление отсутствует. И здесь не требуется бюджетное вливание. Здесь нужно просто обычная, естественная хозяйственная деятельность учреждения в рамках текущей деятельности. И затраты они практически минимальные. На исправление этого недочета Вячеслав Гладков дал несколько дней. В остальном претензий к состоянию детской школы искусств нет. Выполнение своих поручений глава администрации проверит в четверг, 18 августа. Ксения Триза, Владимир Полищук, телерадио, компания «Заречный».